Бодрячком! Бодрячком! Наше радио! Виталий Козловский, который сегодня у нас в гостях, пока я ему микрофон не включила, ну буквально минутки через три, Виталий в нашем эфире с подробностями своей творческой жизни на день сегодняшний, 25 октября. Доброе утро! А ты понимаешь, как мозги работают? Вообще. Чик! И все. Только включается микрофон, сразу чик, все, да, все правильные темы. Так вот сидишь. А у меня сразу рот открывается. О чем вы? Это что, рефлекторно, Сережа? Рефлектор. Я всегда поснимаю. Ты вот это из этих мужчин, которые... Я проснулся. Я проснулся. Я сейчас буду кушать. А сейчас я буду мыть ноги. Вы знаете, друзья мои, я снимаю свой первый видеоклип на студии нашего радио, в эфире нашего радио. Вот, и передаю... Великодушный привет всем тем, кто был со мной. Как я счастлив, что тех, кто был рядом со мной. Рядом, только рядом. Да, уже нет. Сегодня у нас в гостях опальный музыкант, исполнитель. Оппозиционер. Виталий Козловский, ты понимаешь? Да. Слушай, кстати, Виталька, 28-го выборы, идешь на выборы? Сейчас артисты не думают, идут они на выборы или нет, они на выборах сейчас поют. Да? Слушай, а у тебя прописка киевская или львовская? Киевская. Киевская уже. То есть не надо ехать домой, чтобы проголосовать? Нет, не надо. Можно здесь оставаться. Но, ребята, так хочу поехать во Львов. Поэтому передаю свое витание рідному місту Львову. Да, и, наверное, рут папе. Папа рулит. Папа у меня, вы знаете, папа на сегодняшний день для меня это мой ангел. Он человек, который вот не просто как бы меня породив. Это человек, который просто всей душой, всем сердцем за сына, вот, особенно в сложных моментах. Да? Когда дитю хорошо, родители счастливы, они где-то в тени. А когда детям плохо, они сразу приезжают, они сразу все делают для того, чтобы... Сынок, можете вареничком привезти там. Ой, папаша, у меня липы такие классные. Да? Пельмени. Боже, приглашаю, кстати. Слушай, конечно. Папа, ты когда приедешь, я знаю, что он слушает, он все слушает, все видит, все читает, газетки, шмазетки, все. Копит это, знаешь, там заходишь домой во Львове, а там такое святилище Виталия Козловского. Все во мне. Тебе треба сісти? Там можна сходити. Хай постоїть, а гостям предлагають лучше. Стол, монітор, клавіатура, мишка і інтернет. Чесно покажу вам свої тайни. У нас в студії... Мені подобається от Галибин, але у нас взагалі красноречивий мужчина. Ну, у мене голос, у мене же... За мене другий мужчина. Я вам хочу сказати, що... Допоє всі пісні. Мені так його жалко сьогодні. Галибина? Так, люди, ви себе берегите, одівайте шарфи, як мінімум. Тому що от це гуляють голі... І труси. Чувихи, понимаєш, в міні-юбках. Віталій Козловський у нас сьогодні в гостях. Со своїми советами. Ні, я просто к чому говорю. Тому що сьогодні, коли я їхав к вам в гості, я послухав, звісно, вас еще в машине по радио в эфире и понял, что... Это другая радиостанция. Серегу Галибина я не узнаю, потому что что-то с голосом стало. Ну, потому что надо трусы с начесом одевать. Снег обещают уже, понимаешь, да. Тут через на пару выходных, дней. Да, а он да. В футболочке ходит. Шубака. В Україні поглиблюється економічна криза. Спеціальну слідчу комісію з розгляду порушень виборчого законодавства пропонує створити в парламенті. Кількість народних депутатів потрібно скоротити до 150 осіб. Зараз докладно про це в студії Гонта Вітерець. Економічна криза в Україні поглиблюється, проте жодна з політичних сил тим нашої України не пропонує програму. Что это значит? В жизни все как в кино. Кто-то любит, кто-то теряет. На небе все решено. Глубине твоих глаз видела нас. Где же мы сейчас? Между мной и тобой ничего, кроме фраз. Ты стал мне чужой. Та в них намек. Ну, бездомно Наталія Королевська вважає за них.
Пашков зазначив, що виступає за відновлення столиці Рейна та ліквідацію посади голови КНДР. Місто має керувати тільки мер, обраний на виборах у два тури більшістю киян, вважає опозиційний депутат. Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по округу номер 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці. Ви поспілкувалися за матеріалами кореспондент НЕК. Більше новин чекайте, ніж моя дівчинка. Либо это Маша Распутина. Присылайте свои варианты на электронный ящик нашего радио. Я когда-то выступал в Москве, очень хорошо выступал. Очень отрабатываешь? Мы едем отдыхать. Но я так наотрабатывался, что я проснулся уже, ну то есть я так понимаю, что уснул где-то в автобусе, когда мы все ехали. Проснулся, мы в селе, я выхожу, и там большая надпись. Надпись на Турбеево. Здравствуйте. Прикинь. Скажите, а что у вас там? Что, приходите вы. Я руковожу Харьковским регионом радиогруппы. А-а-а, вот как. Да. Наши все радиостанции в Харькове представляем. Добре, давайте. А вы там вот это, когда приезжаем, накрывайте чаще. Ребят, дорогие друзья, я хочу сказать, что Сережа Галибин, кроме того, что он очень много начитан, то, что он как бы за годы своей работы на радиостанциях научился правильно наконец-то говорить. Говорить, а не пиздеть. Да. Это запикать, пожалуйста. Вот. Он на самом деле пишет очень крутые песни. Вот. У него. У тебя, кстати, вот серьезно я говорю, у тебя классная игра слов, может быть. Я люблю песни, когда вот есть какая-то классная игра слов. Мам-барам-бам-бам-бам, знаешь? Да. Подумаешь же, наверное? Да. Да, вот подумаю. Я заканчиваю песню, у меня сын захотел участвовать в Евровидении детском. Да. Я сейчас песню заканчиваю для него и девочки одной. А потом тебе напишу, хорошо? Ты же не хочешь на детское Евровидение? Нет, не хочу. Ну, напишу. Проект «Дискотечка» вместе с Ваньком Фанкью. Ваня у нас музыкант хороший, а я стихоплет. Короче, обещаем песню Козловскому. Пацан сказал, пацан сделал. Мы работаем. Это будет не трудно. Иди, Свиридова, можно домой пошла уже. Мы тут работаем, она пошла домой. Спой Виталию Галибину Шекспира. Шекспир напишет не про нас. Мы слишком разные с тобой. Но в этот миг и в этот час я твой, я твой. А и номера Шекспира, вот видите? Можно? Это очень, кстати, классное высказывание. Мы становимся похожими на тех людей, с которыми общаемся. Выбирайте свое окружение, какими мы не были бы уникальными, оно все равно влияет на нас. И прямо сейчас мы предлагаем нашим слушателям набрать номер телефона 377-5591 и сыграть в гарлань-гартань. Не пытайтесь это повторить. Он уникален. Так, друзья, вы знаете, у нас в гостях Виталий Козловский, а на кону два билета в кинотеатр «Украина» на фильм «Астерикс и Обеликс» в Британии. А чего вы вдруг... В Германии. А, ты просто в фильме шла, значит, смотришь немецкий, а тут о Британии. А тут и на... перенеслась так мимолетно в Германию. Нормальный фильм для семейного просмотра «Астерикс и Обеликс» в Британии. И два билета на этот фильм можно сейчас выиграть. Отгадать песню, которую будет горланить Сергей Галибин. Алло, доброе утро. Доброе утро. А как вас зовут? А зовут Виктор. А, Виктор, а вы знаете, что сейчас Сергей Галибин исполнит песню из репертуара Виталия Козловского? Правда, такая ситуация, что Виталию Козловскому эти песни теперь запретили петь. Там есть документы юридические? Я не знаю, насколько это юридически, это не юридически. Ну, в общем, запретили. Я не знаю, кому принадлежит песня, но я слышал в исполнении Виталия Козловского. Вот и сейчас могу себе позволить ее прогорланить. Мне запретить никто не может. Мой рот принадлежит мне. Моя глотка тоже мне. Виктор, вы все слышали, да? Ну давайте, Виктор, теперь внимание. Песня из... Песня. Просто песня. Из
И с этих пор запретили Сергея Галибина. Прикинь. Виктор, есть варианты, что за песня? Знакома вам такая? Ну, а если поднапрячься? Вот так вот. Так, Витя, ну знаете, что... Но ты как-то не так спел, я тебе серьезно подожди. Говорю. Подожди. А ну дай я попробую. Подожди. Алло, доброе утро. У нас есть еще слушатель. Спокойно. Здрасте. А как вас зовут? Юля. Юлечка, а вы песню узнали? Конечно. А ну-ка, давай. Юля. О, все, кто не слышит, все винят меня. Вот как тебя, понимаешь? Тут главное, вот. Юлечка, а сейчас у нас есть предложение. Вам вместе с Виталием Козловским исполнить кусок из этой песни, которую знают все. Поехали. Давай. 3-4. Шекспир напишет мне... А, опоздание. Да. Мы слишком разные с тобой. Но в этот миг и в этот час я твой. Аплодисменты, Юлечка! Хор имени Козловского. И как солистка этого хора, Юлия, вы получаете у нас 2 билета на Астерикс и Обеликс в Британии. Сегодня, завтра можете сходить, пожалуйста, в кинотеатр Украины. Наше радио вам такую возможность предоставляет. Спасибо Шекспиру за то, что был тоже в Британии, собственно. И Виталию Козловскому, который какое-то время был Шекспиром. Вот такая немножко запуталась. Теперь мы будем франком. Отлично. Виталик, конечно, когда поет, меня возбуждает. Да. Слушай, мне нравится эта песня. Мне нравится аранжировка, мне не нравится, как он поет. А мне уже что-то есть. Ну, по-своему. Да. Однозначно. Ты же не женщина, Виталик. Не. Ты женщинам тоже нравишься, понимаешь, больше, чем мужчинам. Вот, снова моя кошка. А ты бачив я как кошка в субботе? Не. Кошка или кот? Кот. Мне надо, чтобы Каську трахнул кто-то, наконец. У нас не займана. Я думаю, это Зембел. Да? Красавчик. Порода. Британец какой-то. Он посмотри на мою красавицу. Посмотри. Да я знаю твою шапку, глянь. Ну, у меня как-то Каська, я уже пытался ее сводить с веслоухими. Он у меня узко такая, он она не хочет. Я понимаю, но она им не дает. Не дает. Вот просто меня, чтобы что-то было, понимаешь, она не дает. Вот посмотри на нее. Ну, посмотри. Чудо же, чудо. Прощаемся. Давай, прощаемся. Виталий Козловский сегодня составил нам компанию. Виталик, спасибо тебе. Ой, спасибо вам. Слушайте, пришел Виталик в этой рокерской косухе, клепанный, вы понимаете, ведь это в заклепках. Виталик, спасибо тебе. Я, знаешь, я вот честно хочу попросить тебя спеть. Я вот есть у меня слабость, люблю красивый мужской голос, особенно когда он идет от души. Вот, ну что-нибудь, даже пусть из народного, из того, что тебе никогда не смогут запретить петь. Можешь, ну, черный брусь на кухне. Да, могу, конечно. Да, конечно. Чорнобривців насіяла мати у своїм світанковім краю. Та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька. Это был Виталий Козловский. Это есть Виталий Козловский. Без комментариев, да. Виталик, спасибо тебе. Благодарю. Любим, до новых встреч. Ну, красавчик. Да?
осадков, туман. Воздух плюс 6, плюс 13, на юге до плюс 16. Столица облачно с прояснениями, без осадков. Днем на термометрах можно заметить плюс 8, почему а иногда меня? И плюс 10 градусов. Все? Все. Он все сказал. Да. Очень многие меня поддерживают и очень много пишут всяких слов поддержки. Я очень благодарен своим поклонникам. И вот, например, ну, вот бачите, хтось мені якісь написав, хтось там. Віталік, тримайся, ми з тобою, і Прага тебе завжди прийме з радістю. Прага, я так думаю, це ілі заведення, ілі город. Правда. Може, з Прага? Або з Прага. Так, якщо вас мучає з Прага, її треба завжди утоляти. Галібін наливає. Виключай.